Добрый день. Хотела попросить у тебя прощения, Муко. Совсем не знаю, что мне делать. Ничего не получается. Да ладно, не надо. Но что за вид у тебя? Тебя любовь довела до такого состояния? Какая любовь? Он бросил меня как ненужную вещь. Надо же, такое впервые в твоей жизни. Не говори. Видно, многих парней я заставила страдать. Мне сейчас так тяжело. Ладно, успокойся. Я закажу кофе, посидим, поговорим. Хотел узнать, как твои дела. Плохо. Али, я соскучилась по тебе. Я хотел с тобой встретиться. Где ты? Я сижу у менеджера. Если хочешь, могу выйти к тебе. Хорошо. Через час я приеду к тебе домой. Ладно. Не опаздывай. Я буду ждать тебя. Муку, я пойду. Да сиди ты. Ты что, побежишь из-за одного его звонка? Куда подевалась твоя гордость? Какая гордость? Мне нужно подготовиться к его приходу. Он сам захотел прийти. Не хочешь упускать свой шанс? Ладно, потом расскажешь, что да как. Хорошо. Я все сделал. Хорошо. Если нет других дел, я поехал. Коркут, поосторожней там. Не понял. Я видел, как ты целовал Джейлан. И что? Если считаешь, что можешь так развлечься, то ошибаешься. Подожди. Послушай. Скажу, чтобы ты был в курсе. Я люблю Джейлан. И еще, никто не имеет права мне угрожать. Даже мой брат. Сынок, подожди меня. Слушай, я не люблю ходить вокруг да около. Если я у тебя кое-что спрошу, ты мне искренне ответишь. Договорились? Конечно. Если бы у тебя была дочь, ты бы отдал ее замуж за какого-нибудь без рода, без племени. За того, кто вырос в детдоме. Не отдал бы, так? Ладно, это не твоя вина. Я ничего не скажу. Но ты знаешь, очень важно знать его происхождение. Кто его мать, кто его отец. Ты не обижайся, но каждый должен найти свою ровню, сынок. Мама, попроси у Коркута прощения. Зачем мне просить прощения у него? Это же правда жизни. Верно, это правда жизни.
Я не был нужен своей матери. Почему я должен быть нужен вам? Коркут! Мама, как ты могла? Мать готова ради своего чада на все. Не ходи, Джейлан! Иди сюда! Коркут, подожди. Я тут кое-что тебе прикупила, хотела отдать тебе, когда ты придешь. Не нужно. Мне ничего от вас не нужно. Но... Коркут, подожди. Джейлан, что случилось? Моя мама сильно обидела Коркута. Коркут! Выходи из машины. Не выйду. Хорошо, как хочешь. Коркут, я прошу прощения за свою маму. Иногда она несет всякую ерунду, что приходит в голову. Ты же понимаешь, она же мать. Прости меня. Я не это хотела сказать. Как бы мне сказать, она все время переживает за своих детей. Коркут, они совсем не знают тебя. Со временем они поймут, какой ты хороший человек. Коркут, вот увидишь, я уверена, что они полюбят тебя. Поверь мне, прошу тебя. Не знаю, но, по-моему, это несправедливо. Прошу тебя, прости меня. Мама некрасиво поступила с тобой. Можешь не просить прощения. Чего ожидать от твоей матери, если родная отказалась? Все правильно. Не говори так. А потом, откуда ты знаешь, что твоя мать отказалась от тебя? Мы же не знаем, что ей пришлось тогда пережить. Моя мать не бедная женщина, Джейлан. Она отказалась от нас ради денег и ради славы. Да. Все ошибаются. Возможно, она сейчас жалеет об этом. Ты же не знаешь, что случилось на самом деле. Тебе станет легче, если ты простишь ее. Думаешь, я не хочу этого? Я никак не могу забыть об этом. Я не могу успокоиться. Каждый раз, когда я смотрю на Эминэ, моя злость к ней растет все сильнее и сильнее. Тогда забудь. Забудь обо всем. И маму свою забудь. Посмотри на меня. Я же рядом. Я всегда буду рядом с тобой. Мы начнем с тобой новую жизнь. Ты уверена? Мы с тобой? Да, мы с тобой. О, Всевышний! До сих пор я противился тебе.
Если ты подаришь мне жизнь рядом с Джейлан, то я готов отказаться от своей мести и ненависти. Дай мне, пожалуйста, возможность быть рядом с Джейлан. Подари мне шанс быть счастливым рядом с Джейлан. Прошу тебя, помоги мне. Поставьте здесь. Спасибо. Ох, ох. Мне нужно много работать. Почему? Чтобы тебя прокормить. Что за шутки? Я не шучу. У тебя очень хороший аппетит. Ты же не знаешь, как я сегодня работала. Мне нужно восстановить силы. Тогда приятного аппетита. Я, конечно, ни на что не намекаю. Но ты просто все время ешь, не пойму, куда все это девается. Переваривается. Ох. Кажется, я наелась. Сразу жить захотелось. Тогда я жду. Чего ты ждешь? Когда ты возьмешь меня за руку? Зачем мне брать тебя за руку? Ты ведь именно здесь говорила мне когда-то, что только любимый человек возьмет тебя за руку. Я не помню. Тогда я была пьяная. Ох, значит, ты меня не любишь. Чтобы любимый человек взял меня за руку, он должен сказать мне нежные слова. Я так привык к тебе. Даже если мне суждено умереть, я предпочту утонуть в твоих голубых, как море, глазах. Очень красиво. Только ты не исчезай никуда, хорошо? Никогда не оставляй меня. Не оставлю. Не волнуйся, я никогда не брошу тебя. Уверен, это либо мама, либо мой отец. Может, не будешь отвечать? Кто это? Это не родители. Алло. Почему ты так долго, Али? Я целый день жду тебя. Ты же обещал. Знаю. Я не должна была звонить тебе, но... Поверь, я делаю это впервые в жизни. Я люблю тебя. Почему ты не понимаешь меня? Хорошо, я скоро приеду. Что случилось? Кто это? Мне надо ехать. Почему? У меня есть незаконченные дела. Какие дела? Это мое прошлое. Обещаю, это в последний раз. Хорошо? Я никуда не буду уезжать от тебя. Мы всегда будем вместе. Я никогда не буду от тебя уезжать. Хорошо, если ты обещаешь, ладно. Но я еще не наелась. Не может быть. Можете рассчитать нас. Я пойду. До встречи, злюка. Можешь меня так не называть? А как называть? Не знаю.
придумай что-нибудь. Мы же все-таки теперь. Мы же все-таки теперь. Парень и девушка. Ладно, я выйду. До встречи. До встречи, любимая девушка. Эда, нам надо поговорить. Я хочу признаться тебе кое в чем. А если я не хочу знать правду? Я только хочу быть с тобой. Эда, Эда. Открой глаза, взгляни на меня. Я не тот Али, которого ты знаешь. Все равно, кто ты. Какая разница? Ты что, действительно не понимаешь меня? Мне просто нужно было привлечь твое внимание. У меня нет денег, я вообще безработный. Я обманул тебя. А я влюбилась в тебя. Мне все равно, есть у тебя деньги, нету денег. Кто ты, что ты, мне все равно. У меня было много денег. Но стала ли я счастливой? Нет. Меня бросил мой отец, родную дочь. А насчет матери... У меня ее никогда не было. Она оставила меня в 2 года. Я даже не помню ее лица. У меня никого нет. Я одна. Но мне больше не хочется быть одной. Я хочу настоящей любви, я хочу, чтобы меня любили. Но ты хочешь бросить меня. Ты правда хорошая девушка. Но я люблю другую. Это значит, я не смогу любить тебя так, как ты меня. Ты мне как друг. Мне и этого хватит. Только не бросай меня. Будь рядом со мной. Хорошо. Я буду рядом. Слушаю. Курку, ты где? Езжу по делам. Срочно приезжай в дом госпожи Гуннор. Зачем? Эмине здесь. Почему? С Эмине все в порядке? Да, успокойся, с ней все в порядке. Я не могу сказать по телефону. Приезжай сюда. Хорошо, еду. Мне надо ехать. Может, посидишь еще немного? Мне правда срочно нужно уехать. Прости меня.
Эмине, милая моя, посмотри на меня. Не плачь. Скоро ты поедешь домой. Бедная девочка. Может, врача вызвать? Позвоните господину Фаруку, пусть приедет. Как она могла дойти до такого состояния? Нет! Эмине, хватит! Эмине, не плачь! Ничего больше не случится. Послушай меня, прошу тебя, Эмине, не плачь! Успокойся! Эмине, ничего не случилось, все хорошо! Эмине! Куркут, братик! Братик! Братик мой! Все, все, успокойся, сестра. Я пришел. Все будет хорошо. Я ничего не крала. Я не воровка, Куркут. Дочка, послушай, никто не говорил, что ты воровка. Мы просто спросили, потому что не нашли кольцо. А она начала плакать. Асие, скажи же что-нибудь. Ладно, пойдем, сестра. Эмине! Эмине! Как ты? Подожди. Ты куда собралась? Пусти меня, папа. Моя дочь никуда не пойдет. Сиди дома. Папа, хватит. Оставь меня в покое. Джейлан.